Потому Эрик что Брейда он Бенкрофт. нихуя не сказал, он пошел твинком, которого я не просил, чтобы он не шел. Еще раз говорю. Дайте ману, восстановите. Имя соленого, хмурого и карасена. Так лучше ты, что ты хочешь? Блять, а там трэш что-то подобно, боишь? Лут забыл поменять. Ну, нет. Ну, почекай я быстрее. Чё, раздавака после ланы в Долоран сгоняем? Ладно. Так. Все, арчи на пул. Глазастик, пан. Ну, проверим, что вы тут можете. Сейчас будет как вчера, что ли? Так. Это было неразумное решение. Ближе к боссу подбежали все. Что там стоит? Вкусно плане бей, гений бей. Прячь светильник, скоро готов. Пан. Мне не показала она. Потому что он у тебя в чьей-то, блин. На турбу сальву. Хотя он его сейчас укусил, да? Так, турбо кусаешь тогда... Императора. Пан кусает... Кусает... Члена. Меня. Либо чулана. Чулана писает. Пан. Готовимся, скоро фир. Сейчас будет лужа. После лужи мы убегаем в центр. Мосса. Центр, тотема трепета. Маз диспел готовим, пистолет. В зале рейндж. Галя, ким на хп. Дайте ей наш ман. Керу. Так, по укусам. Чулан мастерала, император Шампостеля, турбо по ДНМа. И кто там еще? А, все. А, пан укусит Шансунга. Если это не замешал. Бичи головы хорош. Готовим сейчас роящийся кинем. Далин.
Готовимся, Фир. Захиливайтесь. Прости, готовься к гимна ХП. Начинаем представление. Какая жалость. Хорош, император. Еще ближе к этому самурейду полетит. Так я в центре лежу. А там в центре не видишь, там еще люди? По кустам кусаем ДДшников, хилов. Главное кусить. Не двое, может, забрать. А, не двое, не надо. Может, и надо. Я бы на транс взял. Какой транс? ДНМ, дай портал Даларан, пожалуйста. Да, то где я на лестнице. Вот, какой нахуй меня инспект, блядь? Или в Агримар, или в Даларан, да, куда? Императорша, мейн спек, учебный. Еще в Даларан. У тебя есть? Стой. Ну, там оттуда порт есть. Мидвей! Че ты не нажал на мейн спек, блядь? Я нажал в спек. У меня мейн спек ретрик. Просто пан нажал мейн спек. Ой, мейн спек, а ты нажал оф спек, блядь. Ну, я нажал оф спек. То есть тебе не отдавать, а давать пану. Блять, у каждого есть мейн спек, есть оф спек. Мейн спек это ДД, оф спек это танк, блядь. Понял, я тебе отдал, короче, по минору проезжу дам. Там еще Шреддер, по-моему, ролил. На танка идет нахуй не минор апгрейд, а, блядь, 10%. Этим вашим, сука, 10%. Сука, там ебаный щит, блядь. Чувак, спек есть, пожалуйста. А, спек. Это что, геровский токен? Только глазастику надо? Окей. А, вот через этот, блядь, аддон. Пану. Пан не забирал. Нет, не пану. Окей, я даю пану. Начнем? Да, бейте. Если танки здесь, вперед. Шейпер. Я разовьюсь, мне не повезло. Труп лут поставь. Там лут не падает. Мы не сдадимся. Мастер, ты заебал, тебе осколки падают хоть? Не. По-моему, с Лидии или с кораблей был. Чё у нас на твинов уходят, блядь, марки, блядь, по... Я не пойму вообще, по какому принципу. Какие марки? Ну, на этот самый. Освещение. В смысле, блядь? У пана это мейн вообще. Это то, что, блядь... Не, у пана, да, вторая марка. Какого хера ушла, блядь, по этому самому? Там обычная. Или это обычная? Вторая. Это обычное? Только по одному, только на вопросов нет. Я думал, блядь, две героик упало, я просто их никогда не рулю. Две героик не падает. Ну да. Обычно, блядь, ролят как бы на мейнспек. Это... Ой, не на мейнспек, на мейнчара это приоритет. Ну, шейперы, но так как она обычная, так, похуй, он так, мейн. Так как она обычная, у нас роли же, блядь, сделали, что по роллу, то похуй.
Ну и... Раздавака, ты за 3-5 продаешь, и у тебя идет налог еще. У тебя никак не будет 3,5. Шейпер, у тебя 2 апнутые, ты 10-е. В чем проблема твоя? Да ёбать, места, блядь. В следующий раз сам делай сихила, иди хиль, блядь. Хуй пойду, блядь, съебал. Можешь вечно, блядь. Ну я ебал эти хила, только делаю себе хила, заебал. Я ж тебе говорю, мне похуй на эти марки. Я думал, что это героик. Ее отдали просто так, блядь, по ролу. Если это обычка, рольте как хотите. Вообще поебать. Не переживайте, скоро я хилом начну ходить. Только эти ебучие осколки соберу. А ты хилить умеешь, да? Собрать шему и играть хилом. Это классика, блядь. Там ни шем, ни хуя до пясняху. Просто будет валяться в сумке. На боссе суманем. Ну я уже подлетаю. Сука, плащ, блядь. Никто не забрал, да, мастер? Если я забрал. Не, ну тут на хосту, который... Или ты взял? Я говорю, я забрал. Сова? Пиздец. Я все ГП кинул. Что, не видели? Плечи тоже я хотел на ДК себе взять. Зачем? Стоп, а это что мы так быстро уже два квартала да, почистили? Когда 2-5 будет, я через плечи играть буду. Да, за 3. Это антипрофит, блять, я уверен. Я имею в виду то, что я не заметил, как кровавый квартал упал. Я почему-то заметил. Ну, потому что не тупили, не вайпали. Потому что вы на кровавом квартале были почти постоянно, нахуй. А профа мы убиваем, блять, 2 раза убили. Все, блять. И синдро 1 раз. Учитесь, нахуй, поднимайте свой скилл за 5 секунд. Этот, блять, об щель двери, да? Пальцы нахуй, блядь, в щель, блядь. Да, я костяк руки этот выпрямлять. Ну хуя себе, она бессчитал. Интересно, а если я колодец поставлю под вальку, она будет его хилить? Попробуй. По идее должна, потому что я видел на ней баф. В обычке. Там у вас будет чешо? Чешо. Чешо. Чи, да? Чи, не. Даже копьёники. Пробуй, заходи в альку, блин. Заходит. И тут капитан. Или пустил. Вот с тебя 3 воронки. Зачем? Каждому. Я думал, ты скажешь просто. Угу, 3-й раз. Как сказал 3-й раз? Он. Поднимаем, слишком вставим. Сомалийский. В холле пала. Я в танка. Что ладно. Император Эршам. МК киньте на сомалийский и на медвей. Уроку на вальку. Кхазум. Ставишь доспех демонический и встаешь под вальку. Тупо стоишь из бои под валькой. Хилы хилите через частицу. Это вальку. Через лока. Так. Так, все тут нет. Недовелир
раздавака. Шкаф поставьте, присмотрите. Самарийский, ты спекнулся? Да. Да. Поставь сосредоточение, пожалуйста. Как будем летать? По часовой против? По. Давай по. Император, если ты, блядь, сдохнешь нахуй, либо проебешь стаки, лучше не заходи в протокол. А смотри, я их скидываю. Давай по часовой будем летать. Ой, назад, какого ты хуя в стенку пьешь? Чё, хочешь ебало выровнять, что ли? Мастер, ну и разговоры у тебя, я просто херею, блядь. Манера общения от бога. Не, бог тебе сказал бы, пошел ты нахуй с ним. А кто с какой стороны, я хз? Я слева, давайте. А кто в порталах? Два, холли, пала, нахуй. Нахуй. А кто в порталах? О, колодец. А мне не надо заходить в портал? Не умеешь, не заходи. Они двое справятся. А, стоп, думаю, что за херня, убегает баба, а я танк. Можно забрать. Что, он-то в танке? Да. А что ты завтыкал, нахуй, повешь, беги. А ну, Войт, подойди ко мне. Самолист хил, да? Да. Подавить. Разгром справа. Опять же, блин, подавите меня. Еще и император заходит в портал, ёпта. Понятно. Масса, подними этого. Сомалийского. С какой ты стороны упал? С моей, что ли? Нет. Тут что-то танчу, блядь, даже не смотрю, где моб находится. Что заебали эти, блядь, пуджи с моей стороны? Подавители. После этих порталов где? А не рано? Да. Разбор справа.
Гимна ХП, включи голову. По очереди все присты сдаем гимна ХП. Второй шансон будет. Дал вам швен, нахуя не знаю. А ну, колечко, блядь. Охуечка. Пиздатый плащ. Весь лут я забираю через мастер лут. Все. Я понял. Куда идем-то? На Синдру? Да, Синдру, наверное. Синдру, точно? А че нет. Пропало это? Плащ. На профа. Развернулись, пошли на профа. Чё плащ пропал, мастер? А кто его знает? А ты чё, не брал осколок? В смысле? А? В смысле не брал осколок? Мастер. Брал. В сумку его забрал, наркоман. Забрал я его в сумку. В чате показывает, он Шреддер ушел. Блять, в чате это может показывать, что он пояс ушел пану, хотя он не может. Поэтому Тёма и спрашивает, ты осколок забрал? Да. Четвертый раз отвечаю. После, блять, не надо на твинка заходить. Тогда могу дать. Там ГБ я ж скидывал. Я аж ДС скидывал ГБ. Чё, Котлас? Хороший поезд, 3 да? 3 ДС как раз скидывал с обычки вчерашней. Что еще раз? Хороший поезд, да? Плохой? Я бы сказал, охуенный. Сейчас поромолим. Ты, блядь, я думал, я никому, блядь, щит не отдал. А Волтеру он не надо? Волтер не носит его. Волтер носит. Да я ролил твою спину, чё ты? Еще раз ролим, кому надо. Теперь так, смотрим по ПР. ДНМ выше пока что. Простите. Подбегай, проф, ставь шкаф. Князем внизу. Он назад не ролил. Наверное, слип внизу. Ну да, ДНМ, по идее, забирает. Да, не надо, я сейчас зайду. Ну давайте, бандиты. Котлас, глазастик, пан. Пану надо что ли? Пану ну, надо. Ну, ой, назад, хорош, блядь. Котлас выше по приору. Я вижу, что он выше. Он вообще в жопе мира, да. Котлас, уступишь ему? Нет, да, да, нет. Нет? Нет. Нет. Понял, отдаю тебе. Хотя надо было сказать, пидор, ответь. Линка не событий. Типично. Маликет, подожди чуть-чуть. Сейчас я тебе скину, вот отдам. У тебя тоже собычки есть, да? Да, у меня собычки, ну, вот элегантно. У нас получается только один диван будет. А, я могу бабу стаки бабом скинуть. Ты не знаешь. Скидывают. Не скидывают на сервисе. Не скидывают с бабом, да? Не смей так, скидывать да? Баблом стаки. Если ты пропробуешь. Умрут сразу. Понятно. Если вам гипса хватает, я напала, могу зайти назад. Нет, не надо. Ну, он может зайти, в принципе. Сколько он там дает? Больше или меньше, блядь? Я... Там уже... У нас РДДшников зависит от того, сколько, блядь. Так, ДНМ, блядь. Ващик, сколько там будет? Я... Котлас и минус сколько там в принципе есть? И мастер может поворовать под ШВ.
Или просто на RGS там. Был бы хан, тут вообще бы нехуй было. Так, так же и варом. Там вот нажал кидать. Я могу даже в конце рейда, блядь, стоять. Да. Воровать так и мета посрать. Ну раз так, тогда можно и так убить. Стоп, я тебе начислю 412, да? Да, нихуя, так не должно быть. Сейчас начислю полное, да. Минус 412. Так. Да, наверное, гони с хэм плащ, хотя не надо. 389. Никому шлем не нужен, да? Давай сюда. Здесь пацан. Малекет. Какой, да, блядь, нет. Этот? Этот шлем хочешь? Справа прыгал. Обменки. Ты видел какой-то там свет? Ладно, я его сдизил. А, видно, тебе нужен этот шлем, да? Ну, так он вышел темно. А? Он вроде вышел же. Пока Т4 нет тут. Может когда-нибудь... Малекет. Малекет, он с паладина вышел сейчас. Сейчас на лока зайдет, по идее. Блять, я чуть-чуть на этого не начислил. На Варана. Нет никакого перерыва. Че, давайте убьем. Кристиэль, Маликет, это не девелир, нахуй. Какой ты, блядь, уступишь, нахуй, блядь, нет. Че, может, босса убьем? Ша, посмотрим. И что вы будете делать на этом боссе, нахуй? У тебя пристов очень много в рейде. Это очень много гимнов на хп. Очень много их. Сколько там? 6? Я не вижу смысла в 6 хп. Я даже в каждом по пати, нахуй. В каждом пати по присту. Ну, поэтому я не вижу смысла спекать 6 хила. 6 хил только для того, чтобы купить. Этот. Если самулийский, охотом. Тебе трудно в купле, можешь босса потанчить. Сейчас Элрей напулит на тебя. А я в купле посижу. Не трудно. Поставил. Сходя из того, что было в прошлый раз, в принципе, одного омоложения и щитка ойну задых. Ну тогда мосса в коте остаешься, спекайся в коте. Рей, обмен кинь. Да обычную мне банку, если есть, дай, пожалуйста. То, блядь, или давайте голды накинь. Да, успокойся, ты похуй. А, кто-то почту поставил, да? Давай! А не помните? На циркле две героические печеньки с одного босса падали. Одно время. Да. Одна. Еще лет назад. А вообще падало ли? А, да. Сомалийский. Да, точнее. Чулан, бля. И! Чулан. Че, места опять нет? Я ж тебе долго, блядь, воз... Да нет, подожди секунду. Подожди, стой, я отправлю, подожди. Ты опять, сука, заебал. Ты мне отдал чирик, и у меня кап. Я ж чё, вижу постоянно, что ли? Чулан, давай мне чё-то не парься. Я похороню. Я тоже могу похоронить. Ну чё, пляем? Подождите, кто там, блядь, офнутый у нас? Мы уже все тут, не девелир офнутый. Ох, бежит. Шкаф мы поставим, ждем. А, не, можем шкаф. Два лука. Поставь шкаф. Он уже почти тут. Почти. Ну ставьте шкаф. Мы что, бежать и бежать. Он что, блядь, спортсмен нахуй, спартакиадовица. Чё, души хочешь фармить, что ли? Так, мне еще 30 дней осталось до этого. До апнутой шеи, блядь. С острова. Без
быстрее шею не фармить. Ебаная гора, он чё прикалывается? Какие души? Так, а чё, блядь, теперь в экипировке на синий, блядь, значок? Чё-то добавили новое в магазин по шмоту? Блядь, заебали магазинами, мастер. Побежит не довели... А, его же сманули. Понял, принял. Чё, метки тоже ставить или вы, блядь, до сих пор уже... Поставь нет? Метки. Ладно, же. Так что вы поняли, какой выстрел сделали? Хотите отлететь к стенке или в центр? Я хочу босса убить, можно? Только в Дискорде скажите, вот когда вот сейчас пул будет. Просто говори, куда бежать и все. На себе метку поставь, встань куда надо. Дайте мне метку чертову какую-нибудь, мне насрать. Да я, блядь, не умираю вообще никогда, блядь. Почему-то, сука. Чулану, блядь, на пульте у чулана, блядь, чуть не пиздил. Понимаете? Я вам сейчас секунду объясню. Прилетает зеленый, я отлетаю вот сюда вот примерно. И еще, блядь, съебываю метров 10 нахрен оттуда. Вообще, вот сюда примерно. Если меня выберет зеленый, у вас будет время убить зеленого. Я только из-за этого это делаю. А вы отлетели и стоите вот здесь. У вас все отлично. У вас все хорошо. Почему-то. А чё я-то там стою? Как вы думаете, а? Стоишь, ты ж сова, да, совы дальше летают. Пан. Ты неправильно делаешь, тебя там не прохилят. Император. Ура, я... Стою так, чтобы хилы доставали. Я не дурак. Раздавака на резине. Еще одно положение, пожалуйста. Зеленый. О, ДПС что-то подсел, да? Нормально. Нет. Заебал, блядь, первых миликов убирать. Служи ушли. Затащи. Переводи. Быстрее, 2%. Так. Дебафы смотрим. Локи кинули проклятие. Красноязычие. Но мне зеленый. Жмусь, если что. А какого хуя, блядь, Кназм там стоит? Дал прожим, помоги. Зелёный, красный, блядь, рекас. Нету плевка, еще одного. Сбежите. Не, давай. Да подожди, только я умер. Какой вайп? Все нормально, блядь. Все, добили зеленого, бейте, значит. Мотодарь, ЛРФ. Ой, куда ты его повел? Води нахуй к столу, блядь. Колбы. Сейчас колбы будут. Пельмени. Красные, отходим. РДД уже в крафт. Колбы. Все переключились в красный. Смотри, тут три лужи, побыстрее там. Под столом одна. Пельмени. Центральную выпей быстрее. Пью. Чулан, ты мне говори, куда лучше везти, я точно не соображаю.
Чем поставить колбы и уводишь его нахрен оттуда, потому что там милики и зеленый, блядь. Зеленый цель. Поставил. Три лужи, пей быстрее. Прожимку бой. КД. Захиньтесь. Блять, на колбы меня откинул. Вот и ебан. Чувак, дай по мне дар просто. Запутал, что все прикольно. Захиньте его. Куриба. Красного. Тогда как бы ребаф был, было бы неплохо получить хотя бы касочку еще. Может приста еще бернем, все-таки при переходке нужен будет. Рано. Посмотрим, кто дальше умрет. Тут вообще нельзя умирать на этой второй фазе. Колбы 2 секунды. Уйдите отсюда, мили. Зеленый. Слушай, уходим. Ти, где я стою? РДД, хули вы не здесь, блять, изначально. К стенке, к стенке. Будем стопать. Чуму передавать? Сейчас красный. Бычья голова чуму, блять, пора. Стоп, стоп, попробуй. Бычу надо бэрить. СС на дух дайте лог, кто успеет. Он может встать потом. Далин, если что, готов все бэрить, ничего. Успел кто-то СС дать? Или меню? Нет. Ну а че? Лужи допивай. Лужи допивай, босса переводит. 1%. Далин, бэр бычью голову. Отходим все. На ком метки зеленые. К столу. Геру. Чё вы там все стоите? Гера пошла. К столу все. Да, он не заменился. Все зажали стенку к столу. Прожимку вой. Уже. В зеленого переключаемся, все льем. Гимны на хп команды. Так. У нас БР есть. Или нет? Это веди его к столу, к столу. Ну, типа того. Дай им на ману. Там уже лучше. Им на ману класс. Прости. Далеко. РДД, ближе к центру встали, чтоб лужа в одну точку полетела. Будет колбу, Войт, верни обратно. Или сомалийский колбу, верни обратно к луже. Давай, 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 у нас места мало. Диван на Войда. Да, все, нормально. Кто дает? Угу. Скоро буду стакивать. Прохильте-то. Олбы ушли. Собрал. Место экономим. А, это нужен этот диван. Нету пока. Сколько у тебя стаков? 3-1. Мне двоем сейчас... пожертвуем, ничего. Сейчас что? Я заберу. Лучше с меня вырвусь, мастер. Я не успел. Вот два на мне, сейчас готовься, там таймеры, смотри по ДВМ. Сомалийский, отойди от боссов, чтоб я мог тебе, если чё, кинуть диван. Блять, как не сворвался? 3 стака на мне, забирайте по ЧВ что-то, забирайте, дамаг пойдет по рейду большой. Вы часто унтите. Забирайте, дамаг по рейду пойдет, заберите босса. Накил рейда, снимай диван. Гимны на хп все отдали, быстро. Вы че, блядь, быстрее, быстрее гимны все отдали. Гимны на хп. Да не таунтите вы его, диминишн, блядь. Дамажьте 2 ляма. Захильте, быстрее себя захильте. Нет, давай. Вы что, дурачки, что ли? Я, кто, короче, блядь? Забираю. Я забираю таун там, нахуй, он на меня кидается, нахуй, чума, бля, кидается на тебя. Заебись, блядь.
Ты что, сразу там прожимаешь, Войт? Я ничего не нажимал. Так, просто уходит. Сколько там типа, блин? Снял двейский диван, таунчик, перетаунчик кто-то опять. Я начинаю даунтить. Сказали им таунтить, нахуй, они не видят, что там, блядь, есть диван. Вы понимаете, что там, когда вешается на танка четвертый стак, и когда босс я бьет знаю. Этого танка, он просто по рейду такой дамаг дает, что его не захиливают хилы никак. Там вайп за 5-6 секунд будет. Привет тебе. Вот, давай так, предлагаю так, я начну первый, и дам на тебя диван. Я не знаю, ну типа, я отдам диван. Дело в том, нет, что 3 БР там отдали. Нельзя танку со стаками давать диван. Босса. Почему? Там потому что стаки. При смерти, когда на тебе есть стаки, ты умираешь, ты отхиливаешь босса. Так я говорю, когда на мне не будет стаков, в смысле. А, подожди, стоп. Да, я начну первым, на мне будет стаки. Так, 4200, да? Че, сука, муты вешаются, нахуй, время тратит. СС, можно на меня повесить? Можно. Повесьте СС на Мидвее, второй СС на Шред. Бычья голова, вот ты стоишь с чумой там где-то, ты понимаешь, что ее надо перекидывать? Ты понимаешь это? Нет, нет, я это... Я подошел к одному, ему что-то не перекинулось. Я что-то постоял возле него, так ты не перекинулся. Ты должен стоять подошел в толпе. К второму. Ты просто себя убил, ты понимаешь это хоть? А почему одному кому нельзя передать? Она... Потому что они были уже, походу, либо знаю. Еще что-то. Делай так, знаю, чтобы ты стоял не один, не вдвоем, а... с людьми, потому что чума будет перекидываться. Если ты ее не перекидываешь, Зоилу пати попробуй дать. Голова, ты стой с двумя или тремя человеками рядом. Там и просто вариант, будет? Есть куча миликов, которые стоят в одной точке под профом. Пошел чуму туда отнес. Ну хоть куда относи эту чуму? Хоть к миликам, хоть к РДД. Напишите один ДД на замену в гильдию, потому что у меня мут 2 минуты. Зоил зашел, если че. Я его копать и кинул, он не принимает. Чё электрошам, он сидит, пускай идет хилить. Пати. Вон он плюсует в гильдию. Я ему даю пати, кидай ему. Зоил приглашается в группу. Серпесту побери, чё он сидит тоже. Глаза стекают. Он говорил, в дискорде позвал. Агро плюсует. Ну агро это хорошо, это БР. Вот глазастика сразу меняй, потому что он уходит. На агру. Глазастик уходит, говоришь, да? Глазастик, глазастик. Так, ЕП я вам начислил, нахуй, можете уходить. Терпи ступ. Он отключил микрофон и наушники. Всем привет. Народ. Привет. Привет. Добрый вечер. Ну тогда смотри, тогда пускай Шансун заходит на Волтера, пускай у нас два дивана будет, а то там жопа будет. Какое-то ну давай, заходи там. Там либо кто-то танчить. Кто-то блядь с рейда кикнул. Там либо танчить надо под шевель, либо я не знаю что. Так, блядь, я, сука, на... почему-то на ринже, нахуй, не перекидывается стак. Скорее всего, нужно примерно метров 10, чтобы перекинулось. Возможно, не вовремя забрали, вот все. Да. Либо промах был таун там. Якут, я тут? Да, Якут, я где-то курит. Да, еще на последней фазе милишники, там вообще все бегают по копам, просто один за... Джованни, а какой нахуй профит от этого, блядь, будет?
То есть одного из топовых ДДшников иметь на другого топового ДДшника, блядь, меня отправить на Халли Палана. Вообще не понял твою, блядь, замену. Вальтер. Вальтер тут. Чекай, Зел тут. Давай чекай на готовность. Кушаем рыбу, бафы. Ну так я ДПС даю тот же самый, ну, даже больше, чем Тёма. Пошли нахуй, я холипал. Все, короче, блядь. А, вас в одном пати нету. Вот он, доказательство, нахуй. Взял, сделал себе шем и пошел холипали, тебе. Все заебись. Идеальный ход. Забыл сразу, блядь. Я хотел, блядь, после вайпа сказать, вы все говно, нахуй. Зал, ты тактику не знаешь, да? Ну, плюс-минус, да. 300 бал, дайте. Я думаю, ты знаешь, что зеленым надо убегать, зеленым надо сбегать с Excel. Ну, зеленый вы куда, в угол? Слышишь, как его, Зоил? Тут на переходках появляются два слизни. Соответственно, если на тебе будет зеленый дебаф, ты отбегаешь вот сюда к столу. Ну, или посмотришь. Вот сюда в треугольник посмотришь за толпой. Ну, я ж вот я говорю, куда бежать. Они просто. Или туда сбегаются, так что хуев поймешь. С красным, соответственно, подбегаешь сюда, начинаешь дымажить и, блядь, бегаешь, если тебя выберет цель, все. И бурсты отдаешь только на переходках. Угу. Ну, я же говорю, хотел только узнать за зеленого, куда сбегать. Да, вешается чума рядом с той, с РДДшниками, иначе ты просто себя шутишь. Блять, мне опять пишет нахуй МС Сада, блять. Говорю, ты меня же заебал, блять. Два раза сгенерировал, блять. Ну все, я сказал, стартуй. Эрчен. Чулан, Шредер. Недовелир. СС дали по паладинам? Под сопротами или обычные? Нет. Обычные. А то первый кидает диван, ну, недовелиру, скажи. Он узнать хочет. Волтер кидает первым. Омоложение, Мама Мелизон. Стопните по боссу. Не стопайте пока. А, стопайте на. Все переводи. Так, красный. Со звездой. Ну, блядь, какого хуя ты там делаешь, блядь? Кто там стоит? Котлас, блядь. Центр разбежались. Дал мне зебрость. Зеленого помогаем. Дал чешку. Бьем зеленого. Салани сбежал. Это жопа, падайте. Ложитесь нахуй. Котлас, какого ты хуя стоял, сука? Ебаный. Кружки. А причем я? У меня все нормально. А кого выбрал первого? Смотри, сова просто стояла, у нее зеленый прямо один влетел. Все, байк. Агро там стоял. Без понятия. Он просто лег сейчас. У него прям прилетел этот слизняк, никто даже не успел сбежаться. Я говорю, блядь, про первого нахуй слизня. Блядь. Кого взял нахуй? Сейчас, блядь, чат почитай. Ну, первый-то в меня был. Ну, так какого ты хуя стоял в кружке? Ну, достаточно. Кружок, это... Нормально. Треугольник. Ну, если, да. Ладно, в следующий раз я встану в это, в трусы тогда. Все. Блин, вы такие... А для чего вы, сука? Я вам это все рассказываю. Ёбань.
Я вообще не понимаю, ребята, вас. Вот кружок зачем стоит? Что это за метка? Почему это метка для красного? Кто это придумал? Для красных? Я придумал. Метка. Ну так я представь себе ситуацию. Вот я нуб первый раз здесь. Я такой шипешник. Появляется на мне красный дебаф. Я прибегаю в кружок. А красный так далеко, что я не могу достать его бить. Это что, правильно? Это неправильно. Не, вот. Сейчас было на мне... Я думаю, что на мне красный дебаф, а на мне, сука, зеленый оказывается. Я видел тебя. И я там один стою. Вот это круто сейчас было. Котлас, спасибо. Я видел тебя. А ты не один там стоял, я тоже там стоял, нахуй. Я вообще сначала начал, блядь, бить ебаного зеленого, потому что у меня красный, блядь, дебаф. Не знаю, чего вы эти метки ставите. Нахуй они не нужны. Вот знает, как ходить профы. Убери кружок просто, чтобы людей не путать. С красным никто там не стоит вообще никак. А тут вообще метки работают нормально? Ты под зеленый, может быть, красный, и наоборот. Нет. Нет, нормально бьешь. Нормально работает. Ну, это у нас, блядь, было время, что не работает. Скажите, вот убили мы красного. Те, кто под красной меткой, начинают бить зеленого? Да, метки пропадают. Да. Метки пропадают, когда активируется босс. Когда босс начинает двигаться, тогда пропадают зеленые и красные дебафы. Можно бить любого слизня, нанося нормальный дамаг. Сила рандома. Как бы, блядь, под спротами нам не пришлось его бить. Котлас. Не, вы, если без сопротив его не убьете, это ваши проблемы. Не, если как попало вставать, то надо бить сопроты. Сопроты не помогут. Я про это и говорю. Оставь одну метку зеленую для зеленых и все. С красной никто там не стоит. Какая метка? По стол будете убегать нахуй. Вот. Вопрос, вот у меня влетел слизняк. Разве я вайпнул рейд? Нет. Кто-то умер? Нет. Вот скажите. Потому что ты, блядь, стоял не там, и саму рейду приглашалось сдвигаться к тебе. Подожди, когда нет, ситуация не в том. Тебе, они слизень пополз туда, комнате, его никто не бил. Так что это считается он как полвремени кривой, просто полз влево, и мильщики так стояли, мы... ждали, пока он выберет целью в их стороне. Короче, на пол. Блядь, это... Сманите меня. Ты какого? Да я починил. Что-то в твоей пати. Жив стоит тут. Тут жив стоит, а ты чинишься. Когда я выходил из тела, его там не было. Потому что все мертвые были. Вот сюда надо прибежать, секунд он уже стоит. Когда зеленый 17. Появляется. Вот здесь, где я стою. В угол там он запирается и все. Да. Вот сюда. Не обязательно куда-то забегать, там как дурачок. Вот тут встал и все. Вот делоковский портал. Что это сложно сделать? Это называется у стола. К столу. Вот тут вы можете снять, где проф стоит, вот тут. В любом из этих точек. Это что, так сложно понять? Без меток? Когда красный появляется... А для чего у нас на прошлых троях он стояли метки там нахуй? Для тупых стояли, не знаю для кого. На прошлых троях стояли метки для Алисы, которая водила, блядь, профу по ним. Я думаю, нахуй ты метки, блядь, я просто поставлю. Можно лирическое отступление. 90% Алис. Мы сейчас бьем охуенного босса, который не можем убить. Какого хуя у вас нет настоев, блядь, и бафов от еды? Вы чё, блядь? В ПГ пошли, что ли, блядь? Выпили нахуй настой все. Пожрали еду. Чего тебе не хватает, пан? Сука. Я 6 часов фармил эти ебаные настой. Выпейте их нахуй же, а? Раздавака. Ой, ну задки. Чума он или зон?
готовимся, Зелёный. Квадрату подошли, РДД, ёп его идти. Прожимку. Не надо. Мосса сдох с чумой. Далин сдох от мутации, блядь. Агро, поднимай Моссу, Мосса поднимай Далина. Быстрее на. Не хватает, не вешают хота на меня. Мне не хватило райки, не вешают. Нет, он второй. Ложитесь на. Вводите в куку. Блин, я не знаю, ребята. Ну, сейчас не вешали ход, потому что Далин умер. Я вот понял. Я понял. Но вот мне не хуй. Впритык прям. А тупо без ход вам, блядь, никак не плюнуть, да? Нет, ты не накопишь мастер на два. На сначала на зеленого, а потом еще на два. Не накопишь. Ладно, я попробую накопить. Пробуй, пробуй. Можно меня заменить тогда? Зачем тебя менять? Ты просто босса потанчи. Босса просто всех откинул, прошел дымак, и чума тикнула по тебе. И ты просто умер, вот и все. Чистое совпадение. Чума тикнула именно в тот момент, когда откинула. Только смотрите внимательно за агро. Там, когда мы были в воздухе, нахуй, нам... Я не знаю, как водить, объясняйте. Просто колбы босс ставит, отводишь, и все. Ничего сложного. Куда? Умолись. К стене? С одной стороны, в другую сторону. Умолись. Хорошо. Слушай. Смотри, первая фаза, соответственно, как обычно, под зеленым. Вот тут стоишь. После зеленого того, как они сливают. Да. После того, соответственно, смотри, на максимальном рейнже. Сюда встаешь, он подошел к тебе, ты его на этот набираешь, агро, все бьют. Первые лужи раскинулись, ведешь его сюда. Вводишь в две метки на второй фазе. Шунсунга ресничек. А погоди. Дальше, соответственно, появляется зеленый. Все свечиваются в зеленого, ты следишь за этим. Соответственно, ведешь, если кинулась на РДД, ведешь босса с этим зеленым вместе. Соответственно, как его? Зеленого добивает, ты его ведешь сразу к столу. Это первая фаза. Дальше. На второй фазе, соответственно. Или этот, вводишь по сторонам. Взял, привел его сюда, повернул жопой к стенке. Чтобы колбы разливались, не в этот. Короче, не вовнутрь комнаты. А наружу. Вот и все. Соответственно, на третьей фазе ты знаешь, как вводить. Понял. Ничего сложного. Короче, фулл ребаф, Волтера поднимите. Шансунг, ты где? Что ты писал? Нихуя не писал. Тут, хорошо, фулл ребафа раздали. Рыбу жрём. Рыбом зелёным. Вот видите, я...